Все, вот он, прощальный день. Ладно. Пошли, зато шо у нас. Все. Дальше до храма Будды. Потом до, в принципе, до вокзала. Вот как днем выглядит. Реально круто отдохнул прям. Сука, в тапе что-то застрял. Окей. Ёпа. Забыл. Окей, thank you very much. Блин, нихера себе. Чуть камеру не оставил просто. Как так? Хорошо, что добрые люди помогли. Сейчас, короче, один. Сейчас снимусь я издалека. Если вообще что-то будет видать. Вот, иду в шапке, короче. Ну реально рюкзак просто полный пиздец. Жатвы нахерачу, вот кофту снял. Штаники это захерачу. Рюкзак полнющий просто. Так еще что застрял, надо остановиться. На улице стало тепло, вообще прям так заебато, я отвечаю. Я, короче, пострел ботинки, пиздец, короче, думаю, что у меня пальцы болят. Пострел внутри, там мех, короче, да я стерся прям аж до этого, до самой кожи вот это вот. Я думаю, что я иду, блин, палец болит, а, жесть, короче, смотрю, нихера себе, честно, охерел. О, хорошие кенды были. Еще не исполнилось 5 лет. Вот, у меня настроение поднялось прям вообще заебись. Так. Единственное, короче, я иду и смотрю, смог какой-то вообще, смог такой. Знаете, он как вдалеке, сейчас покажу. Видите, такой смог такой над городом. Если вот видать его, может, когда лучше я приближу, может, его увидно, но впереди, видать, смог такой просто непонятный. Вроде идешь, его нету. Чуть дальше смотришь, что такое смог. Все опять на мотоках на своих. Так, куда мне топать? Такой маленький рыночек. О, можно покушать. Мука, всякие сладости. Семечки. Всяких куча сладостей, а вон там еще что-то здоровое такое рынок. Пахнет как духами, тут надухарился просто за километр. Ебать. Ну это парфюмерия, может, какая-нибудь. Вон прям скала такая, чисто в здании самом. Блин, ну круто так сделали. Оформили вообще. Типа живешь, и ты как бы в скале. Это, наверное, искусно создали. Конечно, наложили, как бы грунтовали. Либо вообще это просто отделка такая. Скорее всего, да, это отделка. Вон еще. Ну то есть, блин, так своеобразно сделали. А вон она отделяется. Я думал, он к другому зданию идет, прям вот эта вот отделка.
короче, где-то там должен быть храм Святого Будду. Вон, виднеется. Виднеется крыша. Вот собачка бедненькая. Это жаль. Тут отдельные полосы вообще нету для пешеходов. То есть ты ебашь, тебя мог забить. Интересно, вход платный, бесплатный. Excuse me, how much ticket? 50. Хуя себе. Да хуя что-то. Все нахуй. Не пойдем мы туда. Вон сбоку вот так заснимем. Все. 20. Ну окей. 20. Я еще буду, но... Да, нет. Реально все, это реально. Просто пошел этот Будда ебучий, он туда нахуй. Раз, вход столько стоит. А был бы 5 юаней, я бы такой... Ну так еще можно подумать, реально, можешь сходить туда. А, 20 юаней, все, сразу. Крест конкретный. Ладно, на самом деле есть еще парк, крутой парк какой-то, просто увидел в этом. Тут есть еще Диснейленд. Ну тоже, опять же, в Диснейленд приедешь, короче, тебя оборотнут и так со стороны поснимать. А пиздец, туда еще на метро ехать, по любасы. Вот сама речка. Опять же, она что грязная такая? А, дождь, что ли, шел? Либо что-то еще. Тут стройка он. Сносит. Возводит что-то. А, можно отдохнуть чуть. А, вон тут сам, видите, вдалеке. Если по-хорошему, видите, вчера я увидел. Сейчас приближу. Вон там, такой в тумане, это глаз такой. Мне кажется, это именно то самое здание, которое я вчера видел. Ну что, посмотрел на речку и, в принципе, хватит. Я же скоро на автомат, мне кажется, какая-то такая манечка появилась, что я сам с собой хожу и тут как дурак и разговариваю. Главное, чтобы по приезду в Россию вот именно такого не было. Чтобы я шел такой по улице, сам с собой такой. Вот надо зайти в магазин. Все, сейчас в метро, в принципе, прыгну. Поеду. И поеду дальше. Нужен кому диван? Недорого. Бэушный. Ага, вот билет. Всегда это 10 юаней, сука. Каждый раз, когда тратишь деньги, так жалко их тратить. Просто это нечто. Просто хотел переночевать еще в Шанхае. Ой, в Харбине. В Харбине переночевать. Ту-ту-ту-ту. А по финансам что-то вообще не выходит. Да. Он же. Прям ощущение такое, как будто в лесу. Чистый воздух, реально чистый. Так, птички где-то чирикают. Еще бы вот этих не было. Всех это один такой гулял бы. Блин, было бы круто. Такой один. Смеются. Фотосессия милой девушки. Это, конечно, не Диснейленд. Ну вот все же с детьми здесь можно покататься.
зачем палатки разместили? Типа передых какой-то. Вон две палаточки. Или туда вещи накидали. Фиг знает. О, автобус даже маленький ходит. А, куча вот таких полей, вот именно, наверное, для разных игр. Как видите, вон второе поле тоже не играет. То есть люди сюда приходят, что вот даже поиграть. Дальше что-то не пойду. Все, обломалось. До самого конца идти. Ты можешь. Конца не видать. Видите, просто это озеро там вообще пиздец какое огромное. И тихо так. Где-то птички чирикают. И такое вот реальное ощущение такое, как будто я вот в России где-то в лесу там, в глухой тайге. Где-нибудь сижу возле озера там, либо Амура. Хрена себе, тут даже можно, короче, рыбачить. Вон знак Энглинг. Охренеть. То есть, ну, прийти, можно прийти и рыбачить. А, как заебись. Ой, дали. Какие-то цветочки. Что, капуста? А, нет. А, издалека, короче, похоже. Или это есть, это что, реально капуста? Здесь только необычный цвет. Засадили капустой. Все. А если хотите жрать, можно сорвать, покушать. Вот, смотрите. Я думал, что это метро. А это просто... просто какой-то, не знаю, супермаркет неебический. Короче, лучше поеду на вокзал, реально, я отдохну, в принципе, и что-то, ну, не знаю, блядь, просто вообще не могу уже идти. Похуй вообще. Прыгну в метро, доеду. То есть, заебись, пару дней. Вот как я сегодня с утра проснулся, такой, еба, отдохнувший, сил, бля, было. А сейчас уже все. К определенному времени все, сил не осталось. На мопеде заебись. И там, и здесь чуть доехал. До Велики, в принципе, тоже, но все равно встанешь. Хуам. Хуама парк. Ну, тоже какой-то парк, который не обойдешь. Как обойти этот парк? Все, наконец-то я выбрался. В общем, сюда вокзал. Настроение такое опустилось прям ниже плинтуса. И плечи болят просто ужасно. Это пиздец какой-то. Из-за этого, наверное, и прям самочувствие такое. Хуже некуда вообще делать, ничего не охота. Все, осталось подняться где-нибудь и купить еды и просто сидеть. Все, на вокзале, все, больше пизду, всякие вот эти вот походы, хуёды вообще просто. А, вон выход. Это торговый центр такой. А, это в торговом центре. В торговом центре должен быть по-любому супермаркет. Супермаркет. Где он там? Yeah.
ты его хапнул. Нихуя есть тут. Видали, какой крутой реально вокзал. Чё-то даже не смахивает, ты рядом не стоял с тем, на который я приехал, там куча народу, KFC всякие разы. Тут, блядь, ничего такого нет. На сервисный центр у него спросите. Это как на аэропорт похоже даже. Знать бы точно вот сюда, нет? Видите, вид какой охуенный. Вот как выглядит со стороны. Жесткие сиденья, пиздец. Чем круче вокзал, тем жестче. Безрядников, нихуядников. Еще сиденья, табуретку бы еще поставили. Специальный пункт контроля. Тут куча роликов дополнительных. Шэньян Бэйе. Я испугался, думал, никто не утрясь. И цена что-то отличается. Ну, а сказали, что тот рейс все в норме. Сидячка там. Сникерс взял. Сникерс со вкусом, блядь, злаков. Где-то самый дешевый сникерс на 38 рублей. Посмотрим, как он на вкус вообще. Боже, не такой есть или нет. Вот и пришел мой звездный час. Ага, постоять в плане. В проходе здесь все курят. Охуеть просто. Да. Так и буду здесь стоять. С вон вещами. Надежда, что что-то освободится. Народу все валят. Охуеть. Мы уходим, они заходят. Ебать там народу. Просто пиздец. Заебался там сидеть, реально прокурился весь. Каждый третий там курит. Даже каждый вообще курит, кроме детей, наверное. Просто и то холодно там, блядь, то жарко. Пиздец. Все гудят нахуй, галдят там. Хуй выспишься. Че там, когда движуха-то пройдет? Реально, стоит сколько толпы. Сам вокзал. В принципе, народу вообще нет. Для такого вокзала здорово. Просто, кстати, это по величине четвертый город в Китае по величине населения. То есть, я думаю, первый Шанхай, второй Пекин, а третий, наверное, я думаю, Харбин все-таки. Но в
туалет сходить, почистить зубы и переодеться как раз. А то холодно, замерзло. Вот, в общем, иду покупать билет. Заранее вон там вот тикет вон нарисовано. Какой песик мой милый. Ебать, там народу как всегда. Сука. Не бывает такого, что в эту кассу никогда не бывает народу. Всегда там, сука, все, кто приехал туда, прутся. Скупать все билеты. Срочно. Напрягает, короче, Шэньян Бэйи, а тут Шэньян просто. Как бы иероглифы чуть-чуть другие. Я вот думаю, это... И когда я тогда брал, получается, было 96, а он сказал 98 юаней. Я и думаю, Шэньян Бэйи, это может дальше находится? Как-то сейчас ситуация такая непонятная. Ну, либо можно раньше выйти, либо позже, я думаю, ничего страшного. Сейчас спросим, короче, что делать.